11 июня 2021 год, Харьков. На последних секундах перед тем, как спрячется Юпитер за облако, мы его. 3.54 по Киеву в Харькове. Совершенно мистическая какая-то ситуация произошла. Вышел минут 20 назад, увидев с балкона Юпитер, поснимать его. Выйдя из подъезда, обнаружил, что сплошная облачность. Думаю, да как же я его видел? Походил, побродил, вернулся не словно хлебавши домой. И на всякий случай выглядываю с балкона, вижу Юпитер. Что за чертовщина? Ну, решил еще разок выйти. Ну, вот это буквально последние кадры. Уже мутнее это изображение, это как раз за облако заходит Юпитер. А Сатурн так нам и не показался. Все. Ну ладно, я тут еще подежурю, конечно. Но шансов мало. Ну и на том спасибо. Вчера затмение снять не получилось. Три 55 по Киеву, Харькове, 11 июня 2021 года.